к реквием. В Армавире вспоминали погибших в ходе Чеченской войны, которая началась 25 лет назад. Планерка в мэрии. Участники совещания обсудили меры, которые должны обеспечить безопасность движения. Смотрите программу «Новости Армавир» по будням в 19:00, повтор в 6 утра, 6:30 и 12:30, а также в любое время на сайте городармавир.ру и в аккаунте «Город Армавир» в Инстаграме.